Все равны глупости, как могут быть равны труженики и бездельники? Мужчины любят, когда женщины зависимы, это поднимает их в собственных глазах. Зависящие от тебя женщины легче разговаривать. Разве тюрьма только где решетки на окнах? Нет, это там, где зарешечены возможности. Если вам нужно, чтобы выполнили вашу волю, не стоит уговаривать или кричать. Достаточно спокойно потребовать. Но так, чтобы никто не подумал, что можно поступить иначе. Где следует душиться, там, где вы хотите, чтобы вас поцеловали. Но чтобы вернуться, нужно сначала прийти, а потом уйти. Если не видишь выхода из положения, поступай нелогично, и именно это окажется выходом. У женщин нет друзей, их либо любят, либо нет. Обида возникает тогда, когда ты не можешь ничем ответить. Обида – это собственное бессилие, неважно перед чем, поступком человека или многих людей. Несправедливостью судьбы. Если человек может что-то сделать против, исправить или даже отомстить, он не обижается, а действует. Когда я что-то не могу, как все, делаю наоборот. Обычно получается хорошо. Просто со временем, особенно когда человека подолгу не видишь, он выглядит несколько по-другому. Находясь рядом, часто не замечаешь недостатков, видя только достоинства, а если замечаешь, то легко с ними миришься. Удаляясь от кого-то, недостатки начинаешь видеть отчетливо, потому сияние тускнеет. Детские обиды самые сильные и помнятся дольше других, потому что дети обижаются сердцем, а взрослые – разумом. Разум способен победить обиду, сердце нет. На нем остаются шрамы, которые не расправишь, как складки на ткани.
Если через неделю вы помните лицо человека, с которым только раскланялись при случайной встрече, немедленно встречайтесь еще раз. Возможно, он гениален, или это ваша судьба. Настоящее дело требует очень многого, поэтому, намереваясь заняться настоящим делом, будьте готовы забыть обо всем остальном, иначе не получится ни дела, ни этого остального. Жизнь не костюм, ее нельзя перекроить и сшить заново, но и жалеть о прошлом тоже не стоит, иначе старость превратится в сплошной зубовный скрежет от сожалений. Что было, то было, смотрите вперед, а не назад, и живите тем, что будет, даже когда вам много лет. Возраст вообще не количество прожитых дней, а состояние души. Я вот умру в 25, но последние 60 лет мне все время 24, и когда следующий день рождения, не знает никто, даже я. Какого черта я должна быть беспомощной, если вполне могу не только ходить, но и бегать, не только вздыхать, но и ругаться? Немецкая пропаганда истошно кричала, что все силы нужно направить на восток, чтобы спасти Европу от призрака большевиков. Но Европа желала, чтобы сильная Германия справилась с русскими сама. Они не понимали одного. Если Германия настолько сильна, чтобы справиться с Россией, с которой когда-то не справились сразу все страны вместе, то после русских Германия разберется и с остальными тоже. Самые беспокойные времена не военные, когда все знают, кто враг, а послевоенные, когда врагами становятся все против всех. Сохранить достоинство в такое время труднее, потому что сильно желание громко хлопнуть дверью самой жизни. Собственная старость не так бросается в глаза, потому что себя видишь в зеркале ежедневно и к ней привыкаешь. Зато когда встречаешь тех, кого не видела несколько лет, становится не по себе. Смерть не страшна сама по себе, куда хуже ожидания. Пока жив, нужно жить и обязательно что-то делать. Мы все время на глазах у других людей, но увидеть нас такими, какие мы действительно есть, они не смогут за всю жизнь. Зачем вообще нужно то, что нельзя надеть на себя просто так, каждый день?